Друзья, ставьте лайк, если соскучились по мне. Привет, друзья! Вы смотрите банально. Это вы, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Брик-Рикс. Да, друзья, это вот тот вот огромный лего-человек, по которому, я уверен, многие из вас соскучились. Достаточно давно не было с ним серии. Вот я решил снять еще одну серию с ним. И, друзья, сегодня его будет уничтожать вот такой вот огромный, друзья, гигантский лего-танк, который называется Ратте. Это, ребята, огромная просто крыса. То есть сейчас у нас, грубо говоря, серия крыса против человека. В принципе, если так посмотреть, то по размерам, так давайте-ка мы сядем в этот танк и поставим его рядом с нашим человеком, то это как огромная, ну это даже не крыса, это уже, скорее всего, огромная крыса-переросток, да. Но, в принципе, можно считать, что это крыса. Поэтому, ребята, у нас крыса. Крыса против человека, друзья. Там на заднем плане у меня киса что-то все, и хочет, она вот, вот бывает у него, знаете, такое, она все хочет что-то ломает, хочет что-то все куда-то залезть, поэтому сейчас есть какие-то шебуршания на заднем плане, друзья, вы на это особо внимания не обращайте, ничего страшного, я думаю, не будет, друзья. В общем, у нас вот такой вот Лего Ратте, кстати, он и ездит хорошо, и все с ним хорошо. Я хотел снять еще с другим огромным танком, но, к сожалению, он стреляет очень хреново, то есть он, знаете, он как будто бы, ну вот человек, у которого, так сказать, ну, там, с пупыркой проблемы, вот, и он так, вот так вот стреляет прям перед собой как-то вниз. Поэтому не очень круто получается. Ребят, давайте, в общем, начнем, наверное, наши действия. Ой, это, извините. Так. Ну, все, друзья, мы пробили уже ногу до кости. Ну, а это было случайно, поэтому я хочу, ребят, я предлагаю вам начать сначала с пулеметов. То есть я так, ну, посмотрел с пулеметов. Ну, сосочки какие. Давайте прям вот так вот нацелимся на два соска. Смотрите, если так посмотреть, как будто это какие-то зеленые глаза, а это нос такой. Ну, в принципе, даже если без этих зеленых глаз, там тоже видно, есть своеобразные глаза. В общем, давайте постреляем из пулемета, друзья. Я, в общем, проверил, пулемет стреляет тоже достаточно хорошо. Как видите, пулемет пробивает кожу очень даже легко. То есть мы можем тупо с помощью пулемета. Давайте попробуем. Смотрите, сердце как будто бьется. Может... Ну ладно, не буду пока сердце, не хочу уничтожать. Давайте пока чисто вот этот вот первый раз попробуем чисто из пулемета пострелять. Мне кажется, должно получиться эпично. Так, давайте попробуем пробить ему ногу до, снова до кости. Так, и вторую также надо. Так. Мне кажется, или как-то слишком громко выстрел. Давайте чуть-чуть сделаю потише, а то как-то... Во, вот так будет нормально. А то, блин, лучше уж не слышать выстрелы, чем не слышать меня. Так, походу он начинает падать, поэтому, я думаю, можно начать от него стрелять нормально. Так, опачки, неплохо мы попали. Так, давайте-ка из пулемета по лицу ему постреляем. Ой-ой-ой, вот голова-то приуныла. Давайте ее поможем ей упасть. Так, друзья, ну это реально эпично. Смотрите, просто минус башка. Ну, кстати, он до сих пор остается стоять. Давайте, ладно, давайте его уже добивать. Давайте его уже нормально добивать. Вот так вот, там кишечник какой-то или что-то такое. Кишки, да, вроде были. Теперь их там, по крайней мере, нет. Давайте попробуем его насквозь пробить. Хочу тупо насквозь, тупо насквозь. Давай, давай, давай. Все, ребят, смотрите, у него чисто дырка. Давайте попробуем ему отрезать. Так, давайте вот сюда, мне кажется, надо стрелять. Тут, по-моему, какая-то сцепка. Или мне кажется. Так, и вот слева вот сюда вот тут тоже надо сломать, чтобы он развалился на две части. Вот оно, друзья, у нас получилось. Давайте-ка... Ой, вы смотрите, ой, блин, ну выглядит это реально эпично. Прикиньте, если бы это был настоящий. Ну, конечно, это не настоящий, это лего-человек, но прикиньте, если бы это был настоящий, там, конечно, было бы ужасно. Давайте подбежим поближе, посмотрим, что там да как вообще. Все-таки я знаю, что... Ой-ой-ой, что вы любите, когда я осматриваю повреждения. Не я. Куда я лечу? Куда я улетел? Ладно, давайте вернемся на место. Да, друзья, зря я в эти обломки, конечно, встал. Теперь мы нормально ничего посмотреть не можем, потому что я все случайно сломал. Окей, давайте попробуем еще разочек. Починим этого молодого человека. Молодого... Молодая кукуруза. Блин, какое же у него лицо. Оу, да, оу. Оу, ля-ля. Ладно, все. Так, чиним наш танчик. А, так, друзья, давайте лучше попробуем поставить куда-нибудь нас подальше. Вот вообще вот за вот этот вот... За вот эту дорогу. Я хочу пострелять именно от третьего лица, так сказать... Проверить свои снайперские навыки. В принципе, которых... Опа! Так, в плечико попали. Я хотел сказать, в принципе, которых нет. Блин, ну смотрите, выглядит неплохо. Так, хочу ему в голову попасть. Так, наверное, пониже надо. Чуть правее, наверное. Нет, еще ниже. Во! Ребят, попал в голову. Теперь вот так вот. Отлично. Просто бьем в голову. О! Мне интересно, ребят, посмотреть, что там с головой. О, ну как видите, у-ху-ху. Вы просто посмотрите на это лицо.
которого нет, блин, но это выглядит, конечно, эпично. Так, окей, продолжаем. Нет, это я зря поднял, вот так вот. Так, можно, давайте попробуем куда-нибудь в живот. Так, отлично. Отлично. О, давайте ему, не, ногу не хочу, я хочу, чтобы он подольше стоял. Рука у него, смотрите, какой уже отлетела. Так, о, в это вот, в плечо в самый раз. Отлично, минус две руки. Так, хочу ему в сердечко. Все, сердце, смотри, там сердце вывалилось. У него просто вылетело сердце. Вот черт. Ах ты бессердечный ублюдок. Давайте все-таки попробуем добить ему голову. Так, повыше надо, вот так вот. Опа, надо как-то в шею ему попасть. Так, еще повыше. Голова не отлетела еще? О, отлетела, походу. Все, друзья, упала голова. Ну, смотрите, неплохой из меня, в принципе, снайпер. Конечно, мог быть получше, но в целом неплохо. Ну, давайте уже по ногам ему постреляем. Так, пониже. Повыше. Вот смотрите, у него нога тупо на одной кости держится. Ее как-то никак не сломать, кстати. О, вот оно, пошло. Все, пошло, пошло дело. Смотрите, падает, падает. Смотрите, там что, пыпырка там что-то. Просто падает. Ну, в принципе, друзья, то, чего мы и добивались. Ну, слушайте, получилось достаточно неплохо. Он так свалился. И давайте, не, давайте мы еще осмотрим, так сказать, его поломки, если можно это так назвать. Смотрите, друзья, самое первое, насколько я помню, упала сначала одна рука, по-моему, вот эта, потом вот эта рука. Потом мы как-то выбили сердце, вот оно, сердце валяется, все уже такое разбитое, какими-то кружочками. Потом у него упала голова, вот, походу, голова. Это сложно назвать головой, но это она, друзья, да. И потом мы ему сломали уже вот эту вот ногу, и из-за этого он, в принципе-то, и упал. Окей, давайте попробуем еще разок, друзья, все-таки нужно еще что-то придумать. Может быть, поставить его куда-нибудь на небоскреб? Блин, он что-то с небоскреба все время падает. В общем, давайте сейчас я его поставлю куда-нибудь. Итак, все, друзья, наш огромный друг стоит прямо на небоскребе, он с него начинает почему-то все время падать. Поэтому давайте-ка голову мы ему снесем. Так, хочу пробить его насквозь, пока он не упал. Пока он не упал на нас. Давайте все сделаем так, чтобы он упал на нас. Не, ну мы не успеем, конечно. О, он прямо, видели, он просто как самоубийца прямо нырнул на этот, блин, дом. Это реально выглядело очень эпично. Я не знаю, почему так получилось. Ребята, я не знаю, почему он падает, на самом деле. Давайте-ка попробуем еще кое-что. У меня есть кое-какая идея. Давайте... Если я, конечно, успею. Давайте, в общем, попробуем. Итак, друзья, я его поставил на самый высокий небоскреб в Лего-Сити. Хотел сказать, в Небо-Сити. Сам я тоже встал на здание, на котором он в прошлый раз стоял. Давайте начинать его обстреливать. Как-то из пулеметов получается прикольней, как мне кажется. Но он сейчас, походу, упадет на нас. Так, голову мы ему сбили. Интересно, он на нас упадет или нет? Мне вот это, на самом деле, интересно. Главное, самим не свалиться. Блин, друзья, он падает, походу, прямо на нас. Нет, повезло, повезло. Блин, а может быть мы на него упадем, кстати? Я попробую мы на него упасть. Давай, ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, и стрельнуть. Блин, как-то не попал. Ой-ой-ой-ой, что творится? Ой-ой-ой. Ребята, вы просто посмотрите на этот эпик, что здесь творится. Мы его, смотрите, у нас... Хорошо, что пушки не сломались, мы можем его вот так вот добивать. Смотрите, как мы стоим. Ой, дом падает. Блин, ребята, ну это реально эпик какой-то получается. Жесткий эпик. Блин, ребят, кстати, я придумал еще одну идею с этим огромным человеком. Друзья, давайте понапишите в комментариях, поставьте как можно больше лайков. И тогда я сниму серию по машина камикадзе на трамплине врезается в огромного лего-человека. Мне кажется, это должно получиться очень эпично. Вы просто посмотрите, какой фарш мы сделали из этого чувака. Ну, блин, это реально очень жестко. Так, окей, давайте последний раз попробуем. Ребят, давайте сейчас я сделаю... Чисто без ракет, чисто из пулемета. Попробуем его полностью изрешетить. Итак, друзья, пулеметы пошли. Давайте начнем ему с лица. Надо ему зубы выбить. Самое главное, выбить человеку зубы, и тогда все будет хорошо. Работаем, друзья. Так, минус глаза. Блин, посмотрите, у него остался теперь только череп. Лица этого, кожи уже, так сказать, нету. Ой, если что-то какие-то пролаги были жуткие. Немного пролаги, конечно, есть. Так, о, мы, походу, ему уже голову снесли с помощью пулеметов. Это, кстати, неплохо. Первый раз у нас такое не получилось. Так, все, минус башка. Давайте сначала попробуем чисто с него кожу снять, а потом уже будем ломать все остальное. Блин, это достаточно сложно. Видите, когда вот начинают падать все эти детальки, начинает подлагивать немного. Нужно немножко подождать. Вот так вот.
Вот так, блин, смотрите, у него там и ребра есть. Не, ну реально очень крутая постройка. Вот этот вот чувачок все-таки. Тут реально заморочился, постарался. Респект, респект таким людям. Так, я ему уже случайно руку, оказывается, снес. Я этого не видел. И походу ногу. Мужик, не падай. Ой, смотрите, у него разъезжаются ноги. Мужик, не падай. Мне надо тебя до конца уничтожить. Вот тут она, все отлично, минус еще одна рука. Он падает, да? Давайте попробуем подставиться. На! А, нормально. Только нет сигнала теперь. А, блин, от третьего лица. Так, давайте-ка мы его уже как-то добьем. На! Блин, в общем, ребят, на этой ноте, я думаю, можно потихонечку заканчивать. В общем, я думаю, что вы меня поняли. Как можно больше лайков, как можно больше просмотров, как можно больше комментариев. И тогда я снимаю, друзья, серию «Машина Камикадзе на трамплине врезается в огромного лего-человека». Я думаю, что мы с вами договорились, что мы с вами друг друга поняли. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие пальчики вверх. Пишите какие-то свои комментарии. И тогда новая серия по Брикрикс не заставит себя долго ждать.